Печальная картина на одном из пляжей Чили. Здесь на берег вымыло тысячи каракатиц, головоногих моллюсков. Их также называют сепиями. Пляж Баия-Инглеса считают самым красивым в северной части Чили. Это важная туристическая достопримечательность. Но сейчас здесь не так живописно, что уже отталкивает туристов. Страшно видеть, что весь берег усыпан мертвой сепией. Прискорбно наблюдать такое. Это истощение наших природных ресурсов, а также сильное загрязнение пляжа. Что стало причиной массовой гибели моллюсков, непонятно. Возможно, загрязнение воды. Местные жители говорят, что раньше подобного не происходило. Тем временем власти призывают людей не употреблять в пищу местную рыбу до тех пор, пока не выяснят причину гибели сепий. Причина неизвестна, но мы работаем с природозащитными властями, с национальной рыбной службой, а также очищаем пляж от каракатиц. Рыбная промышленность – основная движущая сила региона. Теперь есть опасения, что она пострадает.